Хуторок от мангала, пляжник из-за проводки. Таковы официальные причины двух масштабных пожаров, случившихся в Одессе на прошлой неделе. Об этом во время аппаратного совещания заявили представители ГЧС. 20.06.18 года у нас еще был пожар в ресторане «Странхаус». Причинами этих трех пожаров стало элементарное невыполнение правил пожарной безопасности. В первом случае по ресторану «Хуторок у моря» это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации мангала, а в ночном клубе «Пляжники» в ресторане «Странхаус» это нарушение правил эксплуатации электропроводки. Напомним, ресторан «Хуторок» горел 24 июля в течение 3 часов. Его тушили 3 наряда пожарных. Вместе с сотрудниками заведения спасатели вынесли из огня 8 газовых баллонов. 4 взорвались. Уже 29 числа вспыхнул ночной клуб «Пляжник». С завидной частотой этим летом горят и одесские рынки. В управлении пожаловались на трудность в тушении подобных пожаров. Так, скопление припаркованных машин мешает проезду спецтехники. Еще одна проблема – недостаточное количество мест для установки гидрантов. В службе спасения также отметили, что зачастую здания выполнены из легковоспламеняющихся материалов и в случае возгорания практически беззащитны.